Четвертая глава книги пророка Ионы. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. И молился он Господу и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии, и ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионой, чтобы над головою его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его. Иона очень обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный ветер восточный, и солнце стало палить голову Ионы так, что он изнемог, и просил себе смерти и сказал: «Лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за растение?» Он сказал: «Очень огорчился, даже до смерти». Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало? Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?»